Добрый день, друзья и зрители моего канала. В этом мастер-классе мы будем вязать вот такие сережки. Эти сережки я вязала из ниточек канарис. Для вязания сережки нам потребуются бусины размером 6 миллиметров, 4 миллиметра, бусины капельки и бисер. Для начала вязания отступаем от края 60 сантиметров, провязываем колечко 10 двойных узелков. Затем зацепляем за ниточку, которая идет от клубка, бусинку 6 миллиметров. Зацепляем ниточку карабинчиком или колечком. Подтягиваем бусинку к иголочке. Дальше провязываем 15 двойных узелков. Дальше провязываем пико. И 10 двойных узелков и затягиваем все узелочки в колечко. Закрепляем колечко узелком. Дальше провязываем колечко 12 двойных узелков. Зацепляем за соединительное пико на предыдущем колечке. Провязываем еще 12 двойных узелков и затягиваем все узелочки в колечко. Завязываем узелок. Дальше провязываем колечко 10 двойных узелков. Зацепляем за соединительное пико. Затем провязываем 20 двойных узелков.
пико и 10 двойных узелков. И затягиваем все узелочки в колечко. Завязываем узелок. Провязываем точно такое же колечко, как мы вязали здесь. 12 двойных узелков. Зацепляем за соединительное пико и еще 12 двойных узелков. Завязываем узелок. Дальше провязываем колечко. 10 двойных узелков. Зацепляем за соединительное пико. Вот здесь. Затем провязываем 25 двойных узелков. Пико. 10 двойных узелков. И затягиваем все узелочки в колечко. Завязываем узелок. Дальше провязываем еще одно такое маленькое колечко из 12 двойных узелков. Зацепляем за соединительное пико. Затем провязываем еще 12 узелков и затягиваем в колечко. Завязываем узелок. Дальше провязываем точно так же, как мы провязывали здесь. Вот это колечко, затем еще одно маленькое сверху и вот это колечко внизу. Провязываем последнее колечко. 10 двойных узелков. Соединяем за соединительное пико. Дальше провязываем 15 двойных узелков. Зацепляем за ниточку бусинку 6 миллиметров. Надеваем на ниточку карабинчик или колечко. Провязываем еще 10 двойных узелочков и затягиваем все наши узелочки в колечко. Завязываем узелок. Дальше мы прошиваем наши колечки посередине вот этих маленьких колечков. Прошиваем бисеринки и бусинки. Нанизываем бисеринку. Бусину 4 миллиметра, еще одну бисеринку. Зацепляем за соединительное пико. Дальше продеваем иголочку между двух наперед вязания и назад продеваем иголку в бисеринки и бусинку.
таким же способом прошиваем все 4 колечка. И посерединке большого среднего колечка мы будем прошивать бусинку-капельку. Выводим иголочку посерединке большого колечка, одеваем 2 бисеринки, бусину капельку, дальше еще одну бисеринку, и одну бисеринку мы не трогаем, продеваем назад иголочку в бусинку капельку и в 2 первые бисеринки. Дальше мы пришиваем бусинки и бисеринки вот в эти 2 колечка. Я прошила все наши маленькие колечки бисеринками с бусинками. Далее выводим ниточку в начало первого колечка. Вдеваем бусинку 6 мм. И продеваем иголочку начало последнего колечка. Затягиваем нашу бусинку. Завязываем узелок. Дальше одеваем на иголочку 6 бисеринок. Продеваем иголочку на конце бусины. Таким образом у нас над бусиной образовалась дужечка из бисеринок. Дальше продеваем иголочку назад в бисеринки, чтобы укрепить эту дужку. И первая часть сережки у нас готова. Дальше мы будем вязать вторую верхнюю часть, прикреплять ее за соединительный пико, на которой находится бусина, первой части сережки. Завязываем пару узелочков и прячем кончики наших ниточек в бусину, которая находится посерединке. Дальше провязываем вторую часть сережки, отступаем от края 30-40 сантиметров, провязываем колечко 8 двойных узелков. Дальше продеваем ниточку через ниточку, на которой находится бусина. Подтягиваем бусинку к иголочке, провязываем 12 двойных узелков, пико, еще 8 двойных узелков и затягиваем все узелочки в колечко.
Дальше завязываем узелок. Провязываем колечко 10 двойных узелков, затем зацепляем за соединительное пико с предыдущим колечком, затем еще 10 узелков и затягиваем узелочки в колечко. Завязываем узелок. Дальше провязываем колечко 8 двойных узелков. Зацепляем за соединительное пико. Затем провязываем 15 двойных узелков, пико и еще 8 двойных узелков. Завязываем узелок. Дальше провязываем еще одно такое же маленькое колечко с 10 двойных узелков, зацепляем за соединительное пико и еще 10 двойных узелков. Завязываем узелок. Провязываем последнее колечко 8 двойных узелков. Зацепляем за соединительное пико. Затем 12 двойных узелков. Дальше мы зацепляем нашу ниточку за петельку, на которой находится бусинка. Провязываем еще 8 двойных узелков и затягиваем все узелочки в колечко. Завязываем узелок, закрепляем последний
колечко. Дальше пришиваем бусины посередине маленьких колечек. Далее завязываем 2 узелочка для закрепления нашего вязания. Продеваем 2 бисеринки на иголочку, затем бусину-капельку. Зацепляем ниточку за пико, образованное бисеринками, за дужечку. Далее продеваем иголочку назад в бисеринки и в бусину капельку. Затягиваем ниточку. Дальше завязываем узелочки и прячем наши кончики ниточки вот сюда, или в бусины, или назад в бисеринку и бусинку капельку. Такие у меня сережки получились. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи, до новых встреч!